Меня зовут Василиса Премудрая. Я персонаж русских сказок. А меня Юлия Степанова. Я учитель русского языка. Сегодня я плачу каждому, кто поставит мне лайк. Ты платишь за лайки? Ты, наверное, шутишь. Да, я шучу. Я не плачу за лайки, но все равно ставьте. В некоторых глаголах второго спряжения в первом лице единственного числа происходит чередование согласных. Посмотрите, чередующиеся согласные. Чередование Т и Ч. Ответить. To answer. Я отвечу, ты ответишь. Он ответит, мы ответим, вы ответите, они ответят. Ответь, ответьте. Также спрягаются глаголы встретить, лететь, отметить, платить, портить, тратить, шутить, заботиться, чертить. Кто ответит на мой вопрос? Можно я отвечу? Чередование Т и Щ. Обратить. Я обращу, ты обратишь, он обратит, мы обратим, вы обратите, они обратят. Обрати, обратите, а также глаголы. Посетить, защитить, осветить, воплотить, запретить, прекратить, превратить, обратить. СТ чередуется с Щ. Простить, to forgive. Я прощу, ты простишь, он простит, мы простим, вы простите, они простят. Прости, простите. А также чистить, гостить, пустить, навестить, упростить, свистеть, мстить, льстить, грустить. Давайте повторим эти глаголы. Конечно. Отдыхать вместе с телевизором намного приятнее, чем со мной. А я... Я могу голая ходить по квартире, ты вообще даже внимания не обратишь. А ты пробовала голой? Может, обращу? Прости меня, пожалуйста. Я тебя никогда не прощу. Встретимся на iTalki.